Второй вопрос. Я немного не понял про окрестность. Это в смысле окрестность на контуре или окрестность? Ну, окрестность на контуре. На контуре. Ну, вот у нас есть контур, значит, он дает нам вклад в интеграл. Мы думаем, мы надеемся, что этот вклад будет достаточно большой. Так. Значит, ведущий. И мы хотим его посчитать методом вещественного перевала, потому что мы по-другому не умеем. Для этого надо, чтобы, во-первых, вещественная часть там достигала максимума, то есть U от Z. А с другой стороны, V от Z на каком-то участке контура, во всяком случае, было постоянно. Понимаешь, зачем это, да или нет? Ну, я скорее понимаю, что мы, видимо, можем это потребовать, как... Ну, потому что это условие размер, ну, коразмерности 1, и мы как раз, ну, как бы не. Что-то выберем. Но это важно, по-другому не получится, потому что, ну, вот у тебя будет этот, у тебя вот этот интеграл e в степени лямбда π от z. Что тут будет? Тут e в степени будет лямбда u от z, e в степени i w от z, и лямбда w от z. То есть у нас, с одной стороны, будет максимум вот этой экспоненты, а с другой стороны, в окрестности нее будут какие-то осцилляции. То есть нам надо, чтобы это изучать, нам тогда нужно какую-то комбинацию метода стационарной фазы и метода перевала. Мы это не умеем. Понимаешь? Ага, окей. Но это скорее достаточно, но окей, я согласен. Вот. А если мы пройдем так, что... Если мы пройдем так, что у нас значит, да, это в этом смысле это достаточно условие, это верно. То есть, конечно, вещественная часть может достичь экстремума и без этого. Значит, идем дальше. В точке экстремума голоморфной функции у нас имеется так называемое седло. Что это значит? И для вещественной, и для мнимой части. Возьмем вот эту функцию P от Z и разложим ее в комплексный ряд Тейлора вокруг точки Z0. Значит, и, соответственно, возьмем фазу второй производной и занесем ее в Z минус Z0. Но это, соответственно, прокрутит нам координаты X и Y. И обозначим это за эпсилон Z минус Z0. С новым вот этим координатом x минус y. Тогда у нас получится, что вещественная часть в окрестности этой точки это x квадрат минус y квадрат умножить на константу, а мнимая часть 2xy. Ну вот, собственно, это и есть два седла. Видите? Одно седло у нас вот такое вот, это вещественная часть. Вот. А другое седло, оно как бы повернуто на 45 градусов, это мнимая часть. То есть когда вот хорошо видно, что вот прямая, когда мнимая часть постоянна, это прямая градиента для вещественной части. Называемая прямая наибыстрейшего спуска. Значит, соответственно, чтобы мы могли, что нам нужно, чтобы мы могли воспользоваться вещественным методом перевала. Значит,
во-первых, нам нужно, чтобы наш контур проходил через некоторые стационарные точки, P'Z-ты. Но при этом нас интересуют точки только с максимальным значением вещественной части. То есть он может теоретически проходить и через стационарные точки с меньшим отзыты, но понятно, что они экспоненциально малый вклад вносят. Вот. Значит, соответственно, в окрестности этих точек он должен проходить по одной из линий постоянной минимальной части WZ, вот. А именно по такой, чтобы это был по U от Z это была линия наибыстрейшего спуска. Вторая – это наоборот, наибыстрейший подъем. Ну и, наконец, самое главное, и, может быть, самое такое всегда сложное, это проследить, чтобы, собственно, на всем контуре остальном U от Z было меньше, чем U от Z. Вот. Ну, иногда с этим везет. То есть, например, мы можем пойти вдоль V от Z константа из какой-то стационарной точки. Да? Это такой вот этот V от Z константа с точки зрения этой вещественной части, это такой жёлоб, в котором идет наш контур. Потому что производная у нас лежит потому что производная по вещественной части по направлению перпендикулярному контуру тоже ноль, поскольку мы идем по линии V от Z равно константе. Понятно, что я говорю про желоб? Сейчас, а вот у от Z меньше у от Z и Т. И это кто-то конкретный или как? Ну смотри, у нас интересуют точки с максимальным у от Z и Т. Ну окей, но на всем контуре у от Z меньше, чем у от Z и Т. Тогда у нас, ну как бы на каждой связанной компоненте не может быть больше, чем, ну как бы одна... Ну сейчас, если у нас есть два максимума, один больше другого, тогда если мы пойдем от одного к другому, у нас неизбежно будет куча точек, в которых у от Z как бы больше, чем на меньшем максимуме, да? Еще раз, мы интересуемся только точками с максимальными у от Z. Только это нас волнует. Ну, сейчас, то есть седловые точки, где... Давай нет, максимальные или наибольшие? Макс у от Z. Ну, в смысле, на окрестности максимальные или вообще как бы наибольшее значение? Вот у нас есть ZT, это стационарная точка. Да? В них есть значение. Через некоторые эти стационарные точки мы проходим. Значит, и нам нужно, чтобы остальной контур лежал ниже, чем те стационарные точки, которые вносят основной вклад. Понятно? Ну сейчас. То есть контур? Да. Вот если у нас, например, две точки. Угу. Две. Из них только одна может вносить основной вклад? Не обязательно, по-разному бывает. Примеры и того, и другого. Ну вот сейчас. Ну я имею в виду, что у от Z меньше у от Z и Т. А, сейчас, максимум по И это, да? Вот написано сейчас. Ну и да, максимум по И, естественно, имеется в виду, что... контур... Давай я напишу честно. На всем контуре, кроме стационарных точек, ну понятно, в стационарных точках там равенство. Ну да, это понятно, я про другое думал. Ну окей, если максимум по И, то вроде понятно. Да, максимум по И.
Вот. А про жёлоб понятно, что я говорю? То есть вот мы спускаемся по линии наибыстрейшего спуска, да, я ее сейчас поверну к нам. Значит, и, соответственно, вот как бы по бокам жёлоб. Значит, а если, ну, как бы этот жёлоб, ну, почему он жёлоб, мы знаем, что тут, если мы идем по линии постоянной мнимой части, то в этом направлении, видно, как я курсор двигаю, да? Да, видно. Значит, в этом направлении производная вещественной части равна нулю, вот. Но мы, в принципе, не знаем, что это там, минимум или максимум. Но начинаем-то мы с того места, где мы знаем, что это минимум. А, значит, ну, в какой-то момент это может как бы перевернуться. Значит, а что это за момент? Это момент, когда получается у нас сейчас, как правильно сказать-то? То есть вот мы идем, значит, по этому жёлобу, значит, соответственно, ну да, правильно. То есть если мы проходим, в какой-то момент проходим через точку, что этот жёлоб становится таким плоским, что это значит? Это значит, что через эту точку, где он становится плоским, проходит линия, что вещественная часть равна константе. Так? Значит, а это значит, что в точке их пересечения у нас, видимо, экстремальная точка. Значит, экстремальная точка. Значит, так, правда ли это? Сейчас я как-то задумался. Значит, вот у нас есть эта точка, значит, вот. У нас тут линия идет постоянного. Постоянной вещественной части. Сейчас, что-то мне надо подумать. Ну ладно, это не важно. Значит, для дальнейшего это в любом случае не важно. Важно, что когда мы идем вдоль линии VZ равно константа, тогда производная вдоль этого контура, она, ну, когда мы выходим по линии наибыстрейшего спуска, она отрицательная. А, ну, чтобы она поменяла знак, например, значит, она должна быть, соответственно, она должна быть равна нулю.
соответственно, что это значит? Если она в какой-то точке контура вдоль него равна нулю. Это значит, что у нас и вдоль контура, и поперек контура мнимая часть стационарна. А это значит, что мы попали в стационарную точку. Понятно рассуждение, да? Сейчас не совсем. Производная у 0, окей. Как из этого следует производная в 0 вдоль контура? Ну, смотри, у нас производная 0, 0 вдоль контура, это по построению. Мы идем вдоль контура, v от z равно констант. Окей, все. Да. А перпендикулярно, это потому, что вдоль вещественной части 0. Вот. То есть как бы в чем радость? Что если мы вышли, и идем по этой линии, то мы точно знаем, что мы ушли ниже стационарной точки, во всяком случае, до того момента, как мы дойдем до какой-то другой стационарной точки. После этого, соответственно, это у нас, соответственно, будет точка минимума новой стационарной вещественной части. Вот. Ну и мы дальше поднимаемся, да? Вот. То есть там уже штырь будет положительный. Но все это закончится все равно точкой максимума какой-то. И наоборот, если идти от нее, то весь контур будет ближе лежать. Ну, в общем, понятно, да? Андрей, контрольный сет. Сейчас. Окей. Ну, мне больше понятно, что написано. Ну, вроде сейчас окей. Ну, я сказал, я надеюсь, то же самое, только может быть чуть хуже, чем написано. Ну, то есть гарантированно, если мы идем вдоль v от z равно константа, гарантированно весь контур у нас будет лежать ниже, чем максимум по i у от z. Прям гарантированно. Да, окей. Потому что контур разбивается на участки между точками максимума, между стационарными точками, вот, и на участках между стационарными точками он принимает ну, просто все промежуточные значения и все. Но не всегда так получается, сразу скажу. То есть иногда надо честно рисовать линии уровня у от z и смотреть в уровень. Значит, теперь пример. Первый пример мы как бы возьмем то, что мы уже так получше знаем. Вот, значит, вот уравнение Эйри. Вот, мы его уже решали под постановкой Лапласа и получали вот такое вот выражение. Вот. Ну, концы тут контуры должны уходить на бесконечность. И у нас есть три сектора бесконечности, на которых можно уйти, чтобы под интегральное выражение стремилось к нулю. Соответственно, у нас есть два контура. Вот, и функции Эйри соответствует контур, который проходит слева направо. После этого мы берем и прижимаем этот контур к вещественной оси. Ну, на самом деле, конечно, это просто словами сказать нельзя, что мы просто берем и прижимаем. Потому что это какая-то крайняя точка, тут могут быть проблемы какие-то
со скатимостью, может, ну, в общем, какие-то проблемы. Но можно проверить, что их на самом деле нет. То есть, что значит, что мы заменяем? Ну, вот, например, был у нас контур, да, значит, он шел под углом фи небольшим сюда, вот, и под углом фи небольшим сюда. Вот, соответственно, чтобы перескочить на вот этот контур, нам нужно увидеть, что вот эта душка маленькая на бесконечности вносит все меньше и меньше вклад. Ну, как обычно. Вот. Значит, ну, это правда. Можно проверить, что это правда. То есть тут она вносит вообще экспоненциально малый вклад, а тут она вносит там вклад типа 1 на r квадрат. Теперь давайте изучим асимптотику вот этой функции Эйри. Значит, и изучать мы будем асимптотику при x стремиться к плюс бесконечности. Это важно. Вот. То есть я не знаю, видели ли вы график функции Эйри? Сейчас. Наверное, этот. Есть тут встроенный, интересно. Ой, такой точно нет. Да, есть. Хорошо. Давайте посмотрим. Я покажу график, чтобы было морально легче. Берем плот AIX. Да. X минус 10 до 10. Вот, отлично. То есть мы видим, что слева эта функция осциллирует при X, стремящемся к минус бесконечности. Это у вас будет, ну, в семинарском задании. Вот. А справа она стремится к нулю. Ну, а как мы сейчас узнаем? Вот. Интересно, как вторая выглядит? Понятно. Все с вами понятно. Значит, хорошо. Соответственно, если x положительно, значит, мы можем делать такую замену. t x в степени 1 вторая t. Таким образом, у нас вот эта большая величина, она выскочила за пределы, она выскочила уже в общем множителе, как нам и нужно. Теперь, как обычно, значит, находим стационарную точку функции показателя экспонента. Ну, это две точки. t равно минусу и t равно плюсу. И значения в них вот такие вот. Очень большая экспонента и очень маленькая экспонента. Ну, и мы сразу понимаем, что даже если наш контур проходит через обе эти точки, будет интересовать нас только одна. Но на самом деле, конечно, как он пройдет через обе эти точки? Ну, никак, потому что как бы между максимумом должен быть минимум, а его у нас нет. Правильно? Вот, поэтому... Сейчас. А мы искали экстремум. Да, мы искали экстремум. Почему это максимум? Почему это максимум? Значит, ну, может, там минимум один все-таки. Но я не знаю. Мы сейчас все это... Ну, кстати... Ну, мы сейчас это посмотрим. В любом случае, эта точка нам не подходит. Минимум она, максимум. Хоть кто. Значит, ну, в смысле, вклада она не вносит. В этом смысле это правильно, мы этого не знаем. Вот. Значит, и даже то, что эта точка максимум, мы еще пока не знаем. Подожди. Не путай меня. Значит, от того, максимум у нас или минимум, зависит от того, с какой стороны мы проходим.
У нас стационарная точка комплексной функции — это не максимум и не минимум, это седло. Так что да, так или иначе, мы можем пройти. Нет, ну с какой стороны мы договорились, что мы идем по постоянной мнимой части. Нет, мы не договорились, это если получится. В данном случае получится, кстати. Ну ладно, в общем, сейчас еще что-то скажем. Вот мы выяснили две стационарные точки, два значения. Все, отлично. Значит, идем линии наибыстрейшего спуска. Да, ну тут, конечно, пожалуй, это я сейчас заменю. Извините. Это такой способ, чтобы не писать эти assumption условия. Знаете такой способ? Вместо чисел пишите какие-то штуковины типа x3, z3, z5, например, которые жутко трансцендентны. Поэтому с ними вы точно не сможете получить никаких условий. Вот. Ну вот видите, но сейчас мы это поправим. Значит, assuming x больше нуля, y больше нуля. Ну да, нормально. Хоть у нас они не обязательно больше нуля, но с точки зрения упрощения этого нам хватит. Аналитическое продолжение сделаем. Не понял. В общем, это Z3, Z5 лучше. Понятно, да, что я сделал? Не очень. Что ты сделал? Вот смотри, у нас есть вот эта наша функция t куб натрий плюс t. Я хочу посчитать ее вещественную и мнимую части в терминах вещественных и мнимых частей t. Так? Да. Я обозначаю вещественную мнимую часть t как z3 и z5. Окей, это способ рассказать Вольфраму, что x и y вещественные. Да, это способ рассказать Вольфраму дешево, без всяких этих. Значит, ну хорошо, давайте посмотрим на вещественную часть. Что мы видим? Значит, только это, смотрите, это вещественная часть, это я тут букву «и» не пишу, соответственно, на самом деле это мнимая часть. То есть это именно те линии, которые у нас должны быть постоянными. Значит, и теперь нам надо определить только значение этих линий в наших стационарных точках. Значит, и в одной из наших стационарных, да, и чему равны мнимые части в наших стационарных точках? Кто мне скажет? Сейчас, чему равно что в стационарных точках? Мнимая часть. Наш показатель экспонент. Ну, нулю, что ли? Нулю, совершенно верно. То есть, потому что Вот это у нас чисто мнимое, мы множим его еще на i. Да, совершенно верно, нулю. Поэтому давайте нарисуем
прямые, у которых такие прямые, что мнимая часть равна нулю от подвентикулярного выражения. Или вещественная часть, деленного на и выражение. Так? И что мы видим? Мы видим три прямые, три кривые. Значит, одна из них проходит через точку и, другая через точку минусы, значит, и третья вертикальная. Ну и, как говорится, ответ, какой выбрать нам контур, очевиден. Да? Вот. Потому что у нас был контур из вот этой левой половины в правую, вот, и он, то есть подходит только вот этот. И он как раз нам проходит через единственную стационарную точку. Плюс все. Тут, в общем, нам очень легко. Мы одержали победу. А вот линии уровня вещественной части. Вот они вот так вот выглядят. То есть, ну, чем темнее, тем меньше значение. Ну и вот, и мы идем из вот этого вот, стремящегося к минус бесконечности синих вот этих областей, заходим сюда, и вот тут у нас, так сказать, горный перевал. Здесь мы переваливаемся, значит, и уходим в другую область. Продолжаем. Вот. Значит. Ну, соответственно, осталось применить вещественный метод перевала. Значит, что мы делаем? Значит, давайте выделим отдельно, собственно, квадратичную часть из экспонента. Вот это вот. А остальное разложим в ряд. Значит, соответственно, сейчас, секунду, извините. А, кстати, да, вот это обратите внимание, что мы проходим через стационарную точку с вот этим вот значением, с меньшим значением. То есть вот здесь у нас вот эта стационарная точка, а вот это более светлая, тут больше значения. Но мы через нее не проходим. Это как бы финализируя вот наш с Андреем разговор. На тему этих двух точек. Значит, ну и вот. Вот это часть показателя экспонента вплоть до квадратичности в окрестности этой точки. Вот значение, вот вторая квадратичный член. Значит, а неквадратичный член, остаток, вот, да, мы его раскладываем в ряд, получаем вот такое вот выражение. Значит, ну и дальше уже интегрируем. Значит, ну, интегрировать, собственно, мы должны буквально после сдвига в эту точку и по вещественной оси. Ну, потому что у нас контур тут горизонтальный. Значит, ну вот интегрируем. Вот интегрируем. Значит, соответственно, у нас может быть, тут надо немножко аккуратно. Значит, то есть вот мы сейчас я
запутался, а какой мы контур выбрали и какую, через какую точку в итоге? Еще разочек. Мы идем по вот этому контуру, по-другому мы не можем идти. Это точка, где экспонента большая, да? Ну, в смысле, нет, там маленькая, маленькая. Наоборот, маленькая. Окей, а почему? Ну, смотри, у нас, мы сейчас определили прямые, где у нас мнимая часть равна нулю. Это значение мнимой части в обеих стационарных точках, и в той, и в другой. Так? Да. У нас получилось три прямые, три кривые, три контура. И вот по мы можем идти только по одному из них, по вот этому. Потому что только его концы лежат в разрешенных секторах. Понимаешь? Вот, вот. А про это подробнее можно? То есть сейчас, что-то, как у нас... Сейчас, это что-то из прошлого, разрешенные сектора? Как? Ну вот же, этот, разрешенные сектора для этого, для интеграла Лапласа. Вот это. А, окей, это сходимость, да, хорошо. Да, все, сходимость. Тогда понятно. Единственный контур выбираем. Вот. Сейчас я тут прямо перед лекцией решил улучшить, но я сейчас стал сомневаться, что я не поспешил. Значит, то есть, что у нас получается? У нас получается интеграл. Значит, по вот этому вот контуру, да, давайте напишем вот так просто. Значит, по контуру, я не знаю, как его назвать. C1. Вот. По вот этому контуру C1 от вот такого вот выражения. Значит, теперь, соответственно, нам нужно вот что сделать. Как у нас выглядит это выражение. Вот так оно выглядит. Соответственно, нужно давайте я начну сначала с простого. Зачитаем квадратичную часть. Значит, в окрестности вот этой точки. Значит, теперь вот она у нас вот такая вот будет. Значит, соответственно, если мы интегрируем, то интегрируем мы на самом деле не совсем мы интегрируем не совсем вдоль вещественной оси, правильно? Потому что у нас контур и изгибается. Значит, соответственно, на самом деле тут к z будут какие-то поправки. Но поправки это будут, они будут более низкого порядка. Ну, z куб и так далее. Понятно, Андрей? Ну, сейчас. Ты имеешь в виду, что... Ну, сейчас у нас сложность такая, что мы интегрируем, мы берем интеграл по вот этому контуру, да, в этой окрестности. В этой окрестности, эта прямая касается, эта кривая касается горизонтальной прямой. Поэтому с точки зрения нахождения ведущего члена, можно просто интегрировать по вот этой вот горизонтальной прямой, которая проходит через стационарную точку. Ну окей, статус это в это можно поверить, наверное, но это мы не доказываем, да?
Нет, а чего доказывать-то? Это я как раз говорю, почему так можно. Потому что в окрестности стационарной точки поведение будет вот такое вот. Минус 2х степени 3 вторых на 3, минус х степени 3 вторых z квадрат. Значит, но с точки, если мы вот этот z разложим, да, вот, по вещественной и мнимой части, по x и y, да, то что это у нас будет? Это у нас будет соответственно x квадрат, значит, минус 3y квадрат равно 1. Значит, это у нас будет гипербола такая. Вот это две гиперболы. Значит, давайте. Не важно, что это гипербола. Важно, что когда мы находимся в окрестности этой точки, сдвиг в горизонтальном направлении, какая бы там ни была кривая гладка, сдвиг в горизонтальном направлении, он меньше, чем сдвиг в вертикальном направлении. Наоборот, в вертикальном направлении сдвиг меньшего порядка малости, чем в горизонтальном направлении. Квадратично. Правильно? Потому что это экстрем просто. Да, окей. Еще получается, есть какая-то мера, которая тоже что-то, типа единичку плюс что-то малое. Да, то есть у нас есть мера, да, которая, значит, тоже, значит, dt это d, dx, да, плюс и dy. При этом y это там типа x квадрат. То есть это что-то малое. Вот. Поэтому если мы вычитаем ведущий член, можно забыть о том, что мы двигаемся по какому-то сложному контуру. Вот. А если мы вычисляем следующие поправки, то это может быть важно. Вот эту мысль я сейчас хочу донести. Вот. Значит, соответственно, мы раскладываем в ряд вот этот остаток. Значит, после этого, значит, легко же, конечно, сейчас все сделаем, сейчас все поправим. Значит, вот у нас есть наша гипербола, да? Можно. Вот есть у нас наша гипербола. Делим на x, да, это вот эта вертикальная прямая. Вот такой у нас получается. Значит, соответственно, давайте мы решим ее относительно y, да? Решили. Теперь берем, значит, первое решение и мне кажется, надо другое брать. В смысле? Вот, спасибо. И берем, соответственно, разложение в ряд по иксу, да, до второго порядка. Еще я обнаружил, что у меня буква X несет непосильную нагрузку. Сейчас. Давайте. В общем, ладно. Будем считать этот. Будем считать, что.
Давайте x обозначим за z. Вот, значит, то есть 1 плюс z квадрат делить на 6. Соответственно, что мы делаем, если мы хотим, вычислить вот этот интеграл до более малых поправок. Значит, мы берем и подставляем вместо t. Вот интересно, как оно сработает. Значит, подставляем вместо t z плюс i 1 плюс z квадрат делить на 6. Вот. Да, ну, меру оно, видимо, не хочет. Значит, но в любом случае, вот, допустим, от вот этого слагаемого, да, значит, z квадрат, вклады у нас, видимо, не будет. Потому что сейчас. И есть, да? Ладно, в общем, что-то тут как-то сложно, но этот, я боюсь, что это только запутает все. Соответственно, давайте не будем. Значит, то есть для того, чтобы оценить, значит, для того, чтобы оценить ведущую асимптотику, что мы должны сделать? Мы должны выделить квадратичную часть. Значит, у нас, соответственно, получается вот такое. Теперь, соответственно, интегрируя, вот, мы получаем ведущую асимптотику функции a. То есть она убывает в степени минус x 3 вторых примерно. Еще с точностью до какой-то ерунды. Вот. Значит, а теперь можно спросить, какого порядка будут следующие поправки. Какие гипотезы? Какого порядка по x следующие поправки? Ну, на квадрат может умножиться. Ну, нет. Какой умножится? X в степени минус 3 вторых. То есть, ну, вот этот член, а следующий будет меньше на x в степени минус 3 вторых. Ну, почему? Потому что у нас
следующее слагаемое, которое вот сюда вот внесет вклад в разложение, это будет z квадрат. Даже с учетом вот этой деформации контура. Мне кажется, что деформация контура z дает. Деформация контура, понимаешь, ну, если вот там... тут будет, смотри, если тут будет z, то этот интеграл, он занулится. Понимаешь? Потому что это четная функция. Да, она становится нечетной, но только аж в пятом порядке. Сейчас, почему она четная? Там же t-куб какой-то. Сейчас. Потому что у нас вот. Мы ее разложили в окрестности. Смотри, мы ее раскладываем в окрестности. Про t-куб уже можно забыть. Мы ее раскладываем в окрестности нашей точки, да, значит, до какого-то порядка. Значит. Ну ты имеешь в виду вот этот z-куб, да? Но этот z-куб, он спускается, да, и для того, чтобы он сработал, он должен, значит, сыграть вместе с мерой. То есть это будет z в четвертой только. Правильно? Да. Это будет z в четвертой. А z в четвертой это соответствует у нас x минус третий. Вот видишь? Да, это соответствует x минус третий. Ну, вроде можно поверить, что z в четвертой это хуже, это меньше, чем z во второй, по крайней мере. Да. Значит. Нет, ты понял, почему в третьей? Потому что 3 вторых стоит при z квадрате. Получается, что с скалированием, значит, по скалировке будет x минус 3. Что-то как-то запутанно получилось. Почему запутанно? Мне кажется, что... Вот у нас было разложение вот сейчас всего, что вот мы выделяем экспоненту с квадратичным куском, и у нас есть еще что-то. Вот это еще что-то, оно само по себе дает что-то типа там константа плюс что-то квадратичное. Правильно? Ага. Да. Так, окей. Плюс еще что-то кубическое. Сейчас. Да, окей. Сейчас. Не, ну окей, если у нас есть z квадрат и z в четвертой, они с одинаковыми множителями, то вроде понятно. Ну, с одинаковыми множителями, в смысле степени по x. Ну, тут степень по x, она сейчас надо подумать. Смотри, да. Я думаю, что-то не так. Значит, смотри. Тут у нас x в степени 3 вторых z квадрат. Так. Значит, дальше, ну, у нас везде будут в разложении x в степени 3 вторых. Ну, потому что у нас вот. Значит, и, соответственно, тут у нас будет следующее слагаемое, да, у нас будет z в кубе.
Тут x в степени 3 вторых. Но, значит, когда мы его спустим, да, у нас будет x в степени 3 вторых назад в четвертых, так? От этого. Да, да, из меры. Из меры и отсюда, правильно? Значит, теперь, когда мы интегрируем, у нас же ведущий интеграл это квадратичный экспонент. Значит, когда мы интегрируем, мы делаем рескалировку. И z квадрат втягивает в себя x в степени 3 вторых. Поэтому там будет коэффициент x в степени 3 вторых делить на x в кубе, потому что z в четвертых. То есть там получится x в степени минус 3 вторых добавка. Именно поэтому, вот тут у меня что-то написано, но это написано неправильно. То есть в этот коэффициент у нас вносит вклад еще деформация контура. Ну, то, что у нас гиперболоид. Сейчас, так у нас поправка будет как 1 на x в кубе устроена относительно единички. Нет, x минус 3 вторых. Ну как, мы же только что договорились, что у нас остается z в квадрате, из которого мы как бы вытягиваем два раза x в степени 3 вторых. Почему два раза? Один. А, в x в квадрате мы x в 3 вторых внесли. Окей, все, я согласен. Вот, так что вот это я тут перед лекцией решил улучшить результат, значит, вот это неправильно. То есть здесь учтено только коэффициент от дальнейшего разложения экспонента, но не учтен коэффициент от деформации контура. Но в принципе это достаточно громоздко, но с математикой это не так сложно. Но, пожалуй, я это сейчас делать не буду. То есть надо разложить контур тоже в окрестности и подставить его. Понятно, да? Не, ну вроде окей. Не знаю, насколько это в целом теперь. Ну ладно. Хорошо. Значит, следующий пример, который мы рассмотрим, чуть более интересный. Значит, это функция бессия целого x. И контур тут будет интересный. Вот у нас есть функция Бессия, заданный ряд. И теперь этот ряд, эти ряды при разных n, можно свернуть в такую производящую функцию. Значит, и явно ее посчитать. Это стандартное упражнение. Значит, то есть мы суммируем по... Ну, у нас что получается? У нас получается, что у нас есть W в степени N, да? Значит, и у нас есть W в степени N, значит, и Z в степени M плюс 2N. Что мы с этим можем сделать? Значит, ну вот у нас как бы в коэффициентах стоят факториалы. Это значит, что нам буквально нужно подогнать наши степени под эти факториалы. То есть у нас получается что у нас получается? У нас получается z в степени m плюс n то есть сейчас, значит, нам нужно
нам, ну, нам, ну, вот здесь вот написано, у нас две экспоненты, да, z W, значит, и z W минус первый пополам. Откуда эти две экспоненты? Они, получается, у нас, если мы вот эту вот двойную сумму разложим в произведении независимых сумм. Значит, как это получается? Вот у нас получается, что мы берем z W в степени значит, n, видимо. Подожди. N плохо, потому что у нас n нет факториала. Нам же, ну, факториалом надо подогнать. У нас... А, ну да, очевидно. Значит, мы берем W в степени n, говорим, что это W в степени m плюс n, да, на W в степени минус n. Так? Значит, соответственно, у нас z, давайте я что-нибудь напишу. Значит, мы W в степени n переводим в W в степени минус m, W в степени m плюс m. Так. Вот. Сейчас, может, я один такой, но мне не видно, что ты пишешь. Как не видно? Не видно, да? Плохо. То же самое. Плохо, конечно. Сейчас. Ладно, давайте разум не хочет, давайте я скажу так. Вот у нас есть W в степени n, да, мы говорим, что это есть у нас z в степени, z пополам в степени m плюс 2n. Ну, что мы делаем? Мы говорим, что это равно z пополам в z W пополам в степени m плюс n. Так. Вот. Что у нас остается? У нас остается z в степени какой? N, нет, это нам не подходит. У нас остается W в степени минус M Z Извините. По-моему, так. Теперь все понятно, как так получилось. Ну да, естественно. Хорошо, значит, это опечатка. Значит, да, то есть два. Теперь все понятно. 2m плюс n, да, m плюс n, z в степени m. Z делить на W в степени M. Понятно, да? Вот. И все. Все, у нас двойная сумма. Якобиана нет никакого. Сюда минус заносится. И за минус 1 в степени M. Получаем вот это вот выражение. Да, Z делить на 2W. Вот. Понятно, да? Сейчас, ну, это, конечно, такой подлый вопрос, но m плюс n где пробегает, если m от нуля до бесконечности, а n так?
От минус до плюс или? Ну, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Ну, у нас... А, да, подлый вопрос. Я тебе на твой подлый вопрос отвечу, что у нас же идет факториальное обрезание. Собственно, здесь оно и зашито. Вот берешь ты, например, функцию индекса минус 2, да? У тебя получается m минус 2 факториал. То есть у тебя ряд стартует с минус 2 факториал. Но на самом деле у тебя ряд стартует не m равно 0, а m равно 2, потому что минус 2 факториал – это бесконечность. Понятно, да? Да, а тогда m бежит от минус до плюс бесконечности или от 0 до плюс бесконечности? А, ну это то же самое, да, сори. Ну смотри, то есть у нас как бы... у нас как бы, если мы сделаем такую вот формально замену, то у нас что будет? У нас, допустим, m будет бежать от нуля до бесконечности, а n у нас, n плюс m у нас будет по-прежнему бежать от минус до плюс бесконечности. Но слагаемое, значит, с этим... Там, где m плюс n меньше нуля, они все обнулятся. Поэтому у нас суммирование будет только по положительным. m и m плюс n за счет факториалов. Да, да, все окей, вроде там разными способами. Да. Хорошо. Значит, то есть вот у нас есть эта производящая функция, а теперь мы по каши можем вернуть нашу g над z, вот, взяли интеграл по замкнутому контуру вокруг нуля. Так. Такое вот интегральное представление. И мы хотим посмотреть на то, как будет себя вести это интегральное представление при z стремится к плюс бесконечности. Значит, производная показателя это будет вот такая, соответственно, у нас опять две точки, те же самые, и минус i. Но при этом значит, при этом значения в этих точках вещественной части будет 0. Правильно? А значения мнимой части в этих точках будут разные. И минус i. Соответственно, тут у нас как бы ситуация может быть сложнее. Мы пока не знаем, но может быть сложнее, потому что у нас два разных значения мнимой части. Понятно, да? Ну, что ж, берем, значит, и рисуем это уравнение мнимая часть равна единице. Оно вот такое вот. То есть у нас контур, он проходит через нашу критическую точку два раза. Это особая точка этого контура. Ну и второй раз он проходит перпендикулярно. То есть если один из входов – это линия бесконечного спуска, то другая – это вообще линия бесконечного наибыстрейшего спуска. То вторая – это линия наибыстрейшего подъема. Значит, что это значит? Это значит, что у нас проблема. Мы не можем в любом случае свести наше интегрирование к интегрированию по постоянной мнимой части. Да? Давайте тогда
если уж дело настолько плохо, посмотрим на эту, на линии уровня вещественной части. Выглядят они вот так. То есть с точки зрения полярных координат, что тут гораздо естественнее, это не что иное, как 1 минус 1 делить на r квадрат, да? Значит, умножить на, что-то, на косинус. Сейчас, почему? А что почему? Ну, я взял вот это вот. Ну, хорошо, R. А, окей, R, да. R 1 минус 1 R квадрат. Значит, и в этом смысле эта картинка получается понятной. То есть здесь есть смена знака, да, значит, вещественной части на круге радиуса 1. Вот.